Всем привет, говорит GetFun, и сегодня нам стала доступна операция «Ужас глубин» в тяжелой сложности. Это та самая операция, которая, в принципе, вами была оценена вот в нормальном уровне сложности, как наипростейшая из всех операций, которые выходили до этого, как хэллоуинских, так и обычных. И видео про подробный разбор «Ужаса глубин» вызвало, ну, такие вот странные эмоции у некоторых игроков, мол, зачем? Зачем это нужно было? Нужно, если все выполняется очень даже легко с первого или второго там раза. Хотя мне, кстати, не повезло, я там на 5 звезд закрыл операцию только лишь с третьего раза. Ну что, давайте тогда попробуем проверить, а действительно ли все так просто, если брать в расчет именно несколько уровней сложности, и попробуем пройти тяжелый уровень сложности. Ну и надеюсь, это получится с первого раза, и посмотрим, получится ли определить на ходу вот эту вот самую разницу. Делаю это так же, как и в предыдущий раз соло, то есть никаких отрядов. Но если, я думаю, не получится за пару-тройку раз, то придется призвать на помощь моих соклановцев и попробовать пройти уже эту операцию большим количеством людей, которые знают, что да как делать. Сейчас нам попали три барракуда. Черт побери. Но будем надеяться, что выбор бракут у них не случайный. Кстати, пока не начали, можете написать в комментариях, как продвигаются ваши успехи, то есть как у вас получается, хорошо или нехорошо проходить в тяжелом уровне сложности, потому что, скорее всего, я думаю, многие захотят пройти эту операцию, потому что в наградах там есть как дублоны, так и контейнеры. Ну хотя ладно, кому нафиг нужны контейнеры особо хэллоуинские, когда есть дублоны, в то время, когда из остальных операций эти награды, в принципе, это практически-то и выпилили. Я не помню, когда последний раз за прохождение операции давали дублона. Ну и честно. Так. Ну, тактика, я думаю, у нас нифига не менялась. Вряд ли что-то совсем новенькое тут нам предложат сделать. Может, боты будут умнее. Торпеды за кормой. Но мы это проверим. Торпеды за кормой. Ну какой? Торпеды за кормой. Опасный человек кидает там с третьей линии торпеды. Ну все, это уже не жилец. Торпеды справа по борту. Вражеский линкор потоплен. Всплываем. Пускаем. Раз торпедка, два торпедка. Уходим на дно. Ну. Вражеский линкор потоплен. Все идет вроде по плану. Эй, пинг! Отпусти меня. Ну, союзничек. Так, понятно, барракуда стреляет по... А, там это же ПМК. Но торпеды, конечно, вряд ли были пущены автоматически. Торпеды по правому борту. Ладно, давайте перезапустим. Это как его... Чтоб торпеды заряжались. Что время...
Время зарядки вроде бы как бы всего-то 13, ой, 30 секунд. За 30 секунд мы успеем подойти поближе, чтобы пустить торпедки было можно прицельно уже. Мы прямо с Серегой борт-оборт идем. Но, к огромнейшему сожалению, не попали. Ну, думаю, все, сейчас ему конец. Поднаберемся воздухом. Но ненадолго. Эй-эй-эй! Пинг, отпусти, 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 отпусти! Ты серьезно, что ли? Я аж прям нырнул от страха. Вдруг сейчас столкнулся бы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что ж с тобой, интернет, творится-то сейчас? Самое неподходящее время для того, для этого. Набираем воздуха и идем в решающую атаку на еще один линкор. Пока что вроде идет все нормально и на том фланге, и на этом, и действительно сложности пока не появляется. А, интересно, кстати, сейчас я обратил внимание. Задача уничтожения 3 супостатов за минуту появилась вот только-только сейчас. То есть никакого вам уничтожения 3 левиафанов, ну, ой. Ой, 3 супостатов на микасах. То есть тут придется попотеть над этой задачей. И, к сожалению, будем потеть с потерей одной барракуды. Попаду же, да? Да, попаду. Ох, вон ту бы еще бы. Сейчас мочканусь бы. Точнее, тут того бы линкором. Что так далеко от нас сейчас. Торпеды за кормой. И, кстати, есть шанс, вполне себе есть шанс сделать третий фраг, вон Левиафан. Жалко, его никто не подсвечивает. А, не, все, вон добили. Ныряем. Первая торпедка прошла мимо, но вторая, по-моему, попадет. Не попадет. Ай-яй-яй-яй-яюшки. Так, тем временем у нас, кстати, на уничтожение-то не так уж и много времени. Ой, на обнаружение замка противника-то не так уж и много времени осталось. Торпеды за кормой. Сейчас будем топить максимально быстро, надеюсь. Торпедочка раз, торпедочка два. И сейчас его завернет еще на пару моих торпед. Я надеюсь. Так, надо набрать воздуха. Сейчас он будет уничтожен, да? Уху-ху! Эй! Эй-эй-эй-эй! Союзнички, вы-то что творите-то? Зачем?
Так, 2,5, не, почти даже 3 минуты. Береговое укрепление. Раз. Слушайте, что получается? Сейчас он пройдет, он максимум вот этого найдет. То есть нужно до нижнего, до крайних дойти, еще два укрепления найти. Чтобы все было хорошо. По-моему, стало необходимо больше укреплений найти. Торпеда за кормой. Поспаем пока торпедками, но я не буду сейчас упарываться в него, надо сделать. Задачу света. То есть сколько могу сейчас наторпедирую. Чай что-нибудь да попадет даже. Торпеда за кормой. Увы, нет. Ничего не попало. Все, идем. Торпеда за кормой. Торпеда за кормой. Сейчас быстренько наберем воздух пока. Слушайте, по-моему, он Бракуд собирается светить. Эй-хей-хей! Отпустите меня! Последнее орудие обнаружено. Идем. А, кстати, слушайте, 20 супостатов надо уничтожить. Черт побери. Это уже, конечно, не так просто. То есть надо не просто. Ой, блин, что-то у меня есть большое подозрение, то, что мы сейчас можем и не уничтожить эту. Добью его, не? Да ладно. Неполадки устранены. Да. Хилится. Ну, чай утонет. Упреждение. Ах, меня развернуло. Понятненько. Пожарная тревога. Спел немножечко набрать воздуха, да? Так, у нас есть еще одна задача. Непонятно, почему он Бракут туда ушел.
Ну, пока что у нас есть все шансы, кстати, на третью. Ну, на последнюю звезду. Осталось только Распутина утопить. Если честно, даже немножечко огорчен, что все так легко получается. Дали по Распутину несколько торпед. И уходим на дно. Ну, как на дно. Есть такое ощущение, что та барракуда работает в полное уничтожение всех. Всех, до кого только можно дотянуться. О, Торпеды за корбой. мины тут рядышком со мной. Так, не нужно, не нужно, не нужно. Не нужно их ловить. Интересно, хватит мне радиус Торпеды по циркуляции? правому борту. Давайте, как будто бы хватит. Эй, отпустите меня. Торпеды прямо по курсу. И да. Все, сейчас мы будем видеть последние секунды жизни Распутина. Вражеский линкор потоплен. Все, операция успешно завершена. 400 тысяч урона при попытке именно, ну, то есть поиграть в засвет. Да, пожалуй, сложные уровни. Уровень сложности тоже оказался не совсем сложным, но стоит отметить, что, по-моему, вообще на самом деле все союзники, ну, по крайней мере, те, которые попадали вот в радиус действия, ну, действовали по плану, то есть, возможно, просто все были осведомлены в тонкости тактики. Кстати, такое ощущение, что вот с Алексом мы где-то встречались. Давайте лайканем, мало ли, потому что, возможно, знакомый. Вот, ну, а вы тем временем пишите ваши результаты, делитесь, как все прошло у вас, кстати. И сразу покажу вам, что за это, собственно говоря, получается за 5 звезд. Заодно вон. То есть первый бой, только-только сегодня вот сейчас зашел, узнал то, что открылась операция, и пошел сразу же в нее. И что же у нас? Вот раз контейнер, два контейнера сутки према, три контейнера, ну еще 30 дублонов, но это будем считать еще одни сутки према. Вот так вот, на легкую получили. А на этом давайте буду закругляться. Не болейте, не скучайте. Надеюсь, вам тоже так же повезло. Пока-пока.